первый вопрос. Ну, с очередным, во-первых, матчем на ноль. Это уже хорошо. Насколько сложно сегодня, как на твой взгляд, смотрелось вот от твоих ворот, да, строилась игра команды Арсенала? Тяжелая, вязкая игра сегодня была. Соперник не уступал. И мы после долгих перелетов на Дальний Восток, может быть, еще акклиматизация как раз эти дни. Не совсем все получалось, но ребята провели характер, играли до последнего. И в концовке имели моменты, чтобы выиграть игру, но это игра, и получилось так, что... Как атмосфера на Тульском стадионе? Холодный сегодня был, да? Но несмотря на это, болельщикам... Болельщикам огромное спасибо за такую атмосферу на стадионе. Они огромные молодцы, отлично поддерживают, и их поддержка чувствовалась на протяжении всей игры. Как вообще в целом, насколько довольны этим результатом? Все-таки Томми отступилась, да, и, ну, в принципе, ничего такого страшного для Арсенала не произошло. Конечно, хотелось бы выиграть, но как получилось. Сегодня не так много моментов было создано у твоих ворот. Вот насколько сложно концентрация на все 90 минут сохранить? Ну, напряжение они держали все 90 минут. Если у них не было прямых таких 100% моментов, то подходы были, напряжение было. Спасибо всей команде, что отлично оборонялись. Ну и про Нижний Новгород последний вопрос. С какими мыслями туда едете? Наверное, команде полегче уже будет в Нижнем играть, да? Ну, акклиматизация пройдет после Дальнего Востока. Конечно, все хотят выиграть. Отлично, я думаю. Спасибо. Самое главное.